Всем здравствуйте! Рад вас видеть на канале Гороскоп. Как всегда, хочу попросить вас поддержать мой канал. Поставьте лайк, подпишитесь и оставьте комментарий под любым из роликов. Ну а мы начинаем. И сейчас у нас прогноз на 31 августа 2020 года. Приятного вам просмотра и поехали! Овен. Сегодня овны тянутся к свободе, не терпят насилия и контроля. При этом многие овны готовы поступиться своим индивидуализмом, если есть шанс включиться в коллективный проект и сыграть в команде на равных с остальными участниками. Обстоятельства поддерживают такой настрой. День удачен для неформальных занятий, внештатной работы, испытаний, экспериментов, изобретательства, прогрессивных обновлений. Любовный гороскоп для Овна. Звезды подсказывают, что весь день Овнам придется сражаться с мелкими проблемами. Постарайтесь сдерживать негативные эмоции и не срываться на второй половинке. Если вы пока не встретили свою любовь, отнеситесь философски к своему временному одиночеству. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. Сегодня в первой половине дня в распоряжении Овнов могут оказаться заемные финансовые ресурсы. Постарайтесь воспользоваться ими сразу, не откладывая в долгий ящик. В этом случае вы сможете их быстро вернуть с выгодой для себя. Во второй половине дня не отвлекайтесь на слухи и сплетни. Больше времени уделяйте деталям в работе. Телец. Сегодня звезды рекомендуют тельцам не цепляться за традиции, а наоборот активнее интересоваться прогрессивными веяниями. Не стоит относиться к ним как к фантастике. Многое из того, что кажется экзотикой, вскоре может стать реальностью. Ну, например, скажем, неотъемлемой частью профессии. Если вы еще не владеете новыми навыками и боитесь провала, можно потренироваться в одиночестве или с такими же новичками. Любовный гороскоп для Тельца. Тельцам в этот день рекомендуется не откладывать на будущее решение проблем в личной жизни. Смело принимайтесь за дело, и вскоре результаты вас приятно удивят. Если вы пока одиноки, сделайте первый шаг навстречу интересующему вас представителю противоположного пола. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. В первой половине дня Тельцы смогут преуспеть при выполнении клиентских заказов. Ваши контакты с клиентами могут проходить в деловом и конструктивном ключе. Также это хорошее время для подписания договоров. Учитывая мнения и интересы других людей, вы не забудете и свои интересы тоже. Поэтому сотрудничество будет выгодным. Вторая половина дня будет связана с осложнениями в творческой работе. Близнецы. Близнецов этот день призывает к расширению кругозора через активность и новизну. События могут склонить вас к роли пионера-первооткрывателя. Необычная авантюра укрепит дружбу. Разовая оригинальная акция мотивирует на прыжок в новую жизнь в скором будущем. Удачный момент для выездного корпоративного мероприятия, экзотической командировки, для спортивной тренировки или турпохода в новых условиях. Любовный гороскоп для близнецов. Сегодняшний день наиболее благоприятен для окончательного завершения прошлого романа. Простите бывшего партнера, мысленно отпустите и наслаждайтесь отношениями с нынешней второй половинкой. Одиноким близнецам стоит проявить благосклонность к новому поклоннику. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. В первой половине дня звезды советуют близнецам сосредоточиться на выполнении сиюминутных текущих вопросов. В это время вы будете способны демонстрировать высокий темп в работе, поскольку уровень работоспособности будет очень высоким. В конце дня воздержитесь от контактов с начальством. Это не лучшее время для личных инициатив, к сожалению. Рак. В ситуациях этого дня от раков требуется демократичное, нешаблонное поведение и готовность подставить плечо другу в сложный момент. Уместен нестандартный ход, но сильно рисковать звезды вам сегодня не советую. За экстремальными чужими манерами, включая деловые и спортивные, лучше наблюдать со стороны. Также в эти сутки нежелательно рядовые рутинные покупки и все начинания на постоянной основе. Любовный гороскоп для рака. Не исключено, что сегодня вы сможете в полной мере оценить характер любимого человека. Неудивительно, если вам захочется полностью разделить чувства с партнером и стать по-настоящему его второй половинкой. Одиноких раков ждут романтические переживания не в самом романтическом месте.
Гороскоп карьеры и финансов для рака. В первой половине дня типичные раки смогут проявить свои таланты и способности при участии в конкурсах, соревнованиях, кастингах. Также это благоприятное время для проведения рекламных мероприятий, рассчитанных на получение быстрого краткосрочного эффекта. В конце дня и вечером воздержитесь от деловой переписки. Лев. Сегодня звезды приглашают львов сменить компанию или среду, но к этому многие львы будут, к сожалению, не готовы. В силу личных обстоятельств вы сможете проявить несвойственные вам качества. Скупость, скромность, сдержанность. Неадекватно отреагировать на новшество или сюрприз. Вас могут окружать случайные люди или не замечать самые нужные. Однако этот день неплох для пробы пера и дружеского сотрудничества. Любовный гороскоп для льва. Астрологические влияния этого дня подскажут львам, что секрет их успеха в этот день в умении привлекательно выглядеть. Вторая половинка будет в восторге от вашей внешности и манер. Если вы пока одиноки, поинтересуйтесь, что больше всего ценят представители противоположного пола. Гороскоп карьеры и финансов для льва. В этот день могут преуспевать те львы, кто привык действовать самостоятельно и кто ищет людей для установления надежного делового сотрудничества. Обращайте особое внимание на тех, кто старше и опытнее вас. Именно от этих людей вам будет больше пользы. При этом важно держать под личным контролем основные вопросы. Девы. Девам сегодня не стоит заботиться о буквальном соблюдении правил, также неуместен и жесткий контроль. При решении сегодняшних задач иногда полезно забыть о стандартных правилах и привычной логике. Возможно, вам придется сделать уступку друзьям или изменить порядок ради каких-то срочных нештатных работ. Подходящий день для освоения новых инструментов и методов. Неожиданный эффект даст рискованный шаг. Любовный гороскоп для девы. Звезды подсказывают, что для некоторых дев некоторое событие послужит последней капелькой, которая переполнит чашу их терпения. Что ж, перемены будут к лучшему, хоть и вам сразу будет трудно на них решиться. Для одиноких же дев крайне важным станет один телефонный звонок, один единственный. Гороскоп карьеры и финансов для дев. Первая половина дня у дев благоприятствует укреплению и развитию деловых связей. Знакомства и деловые встречи, которые состоятся в это время, могут оказаться очень полезными для вас. Также это хорошее время для обращения к знакомым с целью решения каких-то вопросов. В конце дня воздержитесь от подписания договоров, и все пройдет более-менее хорошо. Весы. Сегодня весам не стоит рассчитывать на крупные удачи и бесплатные подарки судьбы. Успех возможен лишь в мелочах, при этом каждый результат будет даваться потом и кровью. В любом процессе ждет череда досадных осложнений. Возрастает риск столкнуться с халатностью, нечестностью, хаосом, интригами, загадочными пропажами. Не самый лучший момент для ремонта, лечения, замены или поиска помощника, а также сервиса. Любовный гороскоп для весов. В этот день астрологические влияния потребуют от весов конкретных проявлений любви и преданности своей второй половинке. Не исключено, что вам придется отложить свои дела и оказать партнеру максимальную помощь. Одинокие весы рискуют попасть в конфликтную ситуацию. Гороскоп карьеры и финансов для весов. В первой половине дня звезды советуют весам заниматься урегулированием щепетильных вопросов, которые вы бы не хотели подвергать широкой огласке. Например, вы можете решить вопрос с перерасчетом платежей по долгам. Успешно пойдет удаленная работа у фрилансеров. Вторая половина дня потребует от вас инициативы. Скорпион. Скорпионам не стоит отказываться от реализации своих задумок и сбавлять темп, но надо удвоить бдительность. День изобилует мелкими помехами и требует маневров, не исключены случаи вредительства или некомпетентности, также возможно чужие капризы. В пути могут случиться отклонения от маршрута, остановка ради ремонта. Если вы действуете ловко и гибко, даже извилистый путь приведет к успеху. Сегодня, ну или в ближайшей перспективе. Любовный гороскоп для Скорпиона. Скорпионам в этот день стоит быть максимально искренним со второй половинкой. Если вас что-то не устраивает, не стоит скрывать недовольство. В корректной форме донесите до любимого человека свои пожелания. Одиноким Скорпионам кажутся их попытки устроить личную жизнь неудачными. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона.
В первой половине дня у скорпионов будет хорошее время для проведения коллективных мероприятий, когда вы сможете согласовать свои личные планы с планами деловых партнеров. Также это удачный момент для подписания соглашения о сотрудничестве. Вторая половина дня позволит вам получить дополнительный доход за счет выполнения частых заказов. Стрелец. Стрельцам сегодня нужна внимательность. Любой узел придется не рубить, а распутывать. Возможны конфликты, интриги, репутационные потери, проблемы с бывшим партнером, клиентом или помощником. Неприятности рикошетом отразятся на здоровье и других сферах. Запутанные и угрожающие ситуации лучше отдать второстепенное и спасти главное. Опасно доверяться случайным, недобросовестным, некомпетентным людям. Любовный гороскоп для Стрельца. Если сегодня вы не в духе, не стоит срывать свое дурное настроение на второй любимой половинке. Попробуйте уединиться на какое-то время и разобраться в причинах своего недовольства. Свободные Стрельцы. Сегодня вам может признаться в чувствах человек, который вам не слишком нравится. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. У Стрельцов этот день складывается благоприятно для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Подчиненные могут рассчитывать на поддержку начальства, а начальство может быть уверено в том, что подчиненные исполняют все точно и в срок. В результате график работы будет успешно выполняться, в том числе и с некоторым опережением. Козерог. У козерогов сегодня достаточно ресурсов, чтобы уладить любой вопрос, однако практическую суету лучше свести к минимуму. Будет много мелких помех. В важных делах вы вправе считаться лишь с авторитетами, равными вашему, и не принимать в расчет случайное мнение. В медицинских, идеологических и образовательных вопросах вы можете смело доверять своему чутью и богатому опыту, особенно негативному. Любовный гороскоп для Козерога. Звезды подсказывают Козерогам, что пришла пора забыть о давних ссорах и обидах. Вполне возможно, этот день может стать началом нового, более счастливого этапа в отношениях с объектом вашей симпатии. Одиноким Козерогам звезды рекомендуют не спешить с новым знакомством. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. У Козерогов первая половина дня складывается благоприятно для творческих видов деятельности. Преуспеют те, кто имеет отношение к торговле модной одеждой, связан с индустрией отдыха, туризма и шоу-бизнеса. Консультанты сетевого маркетинга смогут заинтересовать новых клиентов и подписчиков. Вторая половина дня склоняет вас к выполнению текущей работы. Водолей. Сегодня взгляд Водолея цепляют негативные мелочи, способные добавлять каплю дегтя в любую бочку меда. Неприятные детали могут бросить тень на образ любимого человека, подпортить впечатление от свидания, сделки, развлекательной или рекламной акции. Велик риск потерпеть ущерб, столкнуться с вымогательством, с нечестностью в игре или интимной ситуации. День подходит для выявления багов и пороков. Любовный гороскоп для Водолея. Если сегодня у некоторых водолеев какие-то проблемы с любимым человеком, это вовсе не означает, что все плохо и плохо будет так всегда. Надо лишь немного подождать. Свободным водолеям сегодня стоит свести к минимуму общение с противоположным полом. Гороскоп карьеры и финансов для водолея. В первой половине дня звезды ждут от водолеев готовности пойти на финансовые риски, если соответствующим образом складывается ситуация. Хорошо заниматься укреплением безопасности бизнеса. Вторая половина дня благоприятствует творческим инициативам и рекламным акциям. Успешно подходят служебные командировки с целью обмена опытом. Рыбы. Сегодня во взаимодействии рыб с другими людьми не все так гладко, как хотелось бы. Всюду будут иметься свои шероховатости и подводные камни. Не исключено, что вы сами будете провоцировать напряжение и создавать ненужную интригу. Не самый лучший день для выполнения соглашений. Начало сотрудничества. То, что было просто на словах, станет сложным на деле, к сожалению. Лучше отложить свидание, сделку, обмен, выступление перед аудиторией. На следующий день хотя бы. Любовный гороскоп для рыб. Некоторым рыбам сегодня будет довольно сложно найти взаимопонимание со второй половинкой. Причиной этому могут быть интриги и оговоры завистников. Отношения одиноких рыб с потенциальным партнером в этот день может напоминать затянувшийся сериал. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Звезды советуют рыбам в первой половине дня активнее идти на деловые контакты и информационный обмен. Успешно подходят поездки и работа с документами. Вторая половина дня принесет вам финансовые поступления на банковскую карту, если вы этого, конечно же, ожидаете. Также вам могут поступить выгодные заказы.
Вот и весь прогноз, мои хорошие. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Успехов вам в ваших начинаниях. До новых встреч. Пока-пока.